Все возрасты покорны спорту. Это в очередной раз доказали спортсмены почтенных лет. Более 300 представителей старшего поколения из 60 регионов России и ближнего зарубежья собрались в Чебоксарах, чтобы принять участие в первой в истории всероссийской спартакиаде пенсионеров. На стадионе Олимпийский сегодня прошло открытие. Вам первым нужно было поднимать целину. Вам первым нужно было строить каналы, магнитку. Вы первыми вставали в ряды защитников Отечества. И сегодня вам выпало опять быть первыми, открывать первую в истории нашей новой России спартакиаду пенсионеров. На финальных играх собрались победители региональных первенств, лучшие спортсмены-любители. Им предстоит борьба в 5 видах спорта – плавание, легкая атлетика, настольный теннис, пулевая стрельба и шахматы. Вне турнирной таблицы пройдут состязания в волейболе и домино. Сегодня действительно доброе историческое событие. Открывается именно на Чувашской земле, потому что сегодня Чувашская республика обладает званием в результате национальной премии «Самый спортивный регион». Спорт – это самый эффективный, серьезный инструмент формирования в человеке всех лучших качеств. Это трудолюбие, целеустремленность, мужество, воля к победе. Возраст участников ограничен только нижним порогом. Для мужчин не моложе 60 лет, для женщин – 55. Соревновательный дух им не чужд. Хотя на масштабных событиях с широкой географией скорее происходит единение народов. Мы очень надеемся сегодня завоевать золото, только золото. Ну, может быть, уступим чувашской команде, как принимающей стороне. Эти спортсмены еще дадут фору молодым. Им будто не подвластно время и почетный возраст. А секрет бодрости духа, как признаются участники, достаточно прост. Главное – любить себя. Любить то, что ты делаешь, и делать это с любовью. И тогда жизнь приносит наслаждение, а работа приносит наслаждение. И все в своей жизни я делаю с удовольствием. Мне нравится заниматься спортом и поддерживать себя в хорошей спортивной форме. Соревнования продолжатся и 12 июня. На стадионе Олимпийский пройдут турниры по легкой атлетике и пулевой стрельбе. Там же состоится эстафета мира, в которой примут участие команды из стран ближнего зарубежья и СНГ. Анастасия Алексеева, Николай Яковлев, Республика.